Приветствую вас. Вы вот как-то немножечко странно ведете себя. Вы задаете уже не первый раз вопрос на нашем сайте, не первый раз описываете свою историю с девочкой. Как бы каждый раз вы добавляете подробностей определенных, но при этом нету у вас, по моему мнению, желание именно свою проблему решать. Вот хотя бы в прошлом вашем вопросе, который вы писали, вы выбрали ответ там Игоря Летучего. Вы очень большой вопрос так написали, вы выбрали Игоря Летучего, он там вам сказал, что значит, вы знаете о реакции девушки, уже научились воспринимать ее такая, какая она есть, если врет по мелочам, значит, привлекает себе внимание, или же повышает этим свою самооценку, то с этим жить можно. Со временем это может пройти. Ну и так далее. Девушке нужна стабильность и нормальное будущее. Вот что вам написал Игорь Летучий. Вы его сделали лучше, но как-то вот, видимо, выводов из того, что он написал, не сделали. Значит, Максим, у вас не первые такие отношения, когда девочка с вами расстается, то есть девочка уходит от вас. Вы в своем предыдущем вопросе писали, что встречаете с девушкой почти год. Во втором вопросе вы пишете, что вы встречаете с девушкой 10 месяцев. Седьмой день вы не вместе. Прошла всего неделя. Девушка вполне вероятно просто-напросто увлеклась этим новым мужчиной и пытается получить с ним то, чего не было с вами. Просто, ну, просто в силу того, что вы не могли ей этого дать. И как бы не стоит переживать по поводу того, что она к вам не вернется. Другое дело, вам нужно подумать, почему она ушла. Вот что заставило ее уйти. Вот что важно на самом деле. Вот что как бы по-настоящему важно в вашей ситуации. Почему девушка ушла от вас? Что заставило ее уйти? Ведь если ей, как вы вот сами говорите, да, что ей с вами было хорошо, но если ей действительно было с вами хорошо, то она бы, я думаю, не стала бы уходить. А раз она ушла, значит, ее что-то не устраивало. Вот об этом и нужно подумать, что ее не устраивает. Дальше, вы пишете о том, что вы вроде бы не переживаете так сильно из-за того, что она ушла, но в какие-то моменты вас накрывает, и вы прямо вот не находите себе места, да, чувствуете, что, значит, ревнуете, что скучаете и так далее. Реакция ваша вполне нормальная и понятна. Только не нужно давать ей как бы волю этой реакции. В каком смысле не нужно давать волю? Я бы сказал, что речь идет о том, что раз девочка ушла, значит, такой ее выбор сознательного взрослого человека, которым она является. И вам нужно поступать точно так же,
как сознательным, а как сознательный взрослый человек. Вам нужно поступать совершенно таким же образом, Максим. Иными словами, что это значит? Она ушла, таков ее выбор, верно? Верно. Значит, вы поступаете так же, как она. Вам не нужно сейчас встречаться с другими девушками. Конечно, вы этого не сможете сделать. Вам не нужно сейчас кого-то искать на замену, потому что искать на замену — это, знаете, тоже плохо и совершенно не вариант искать на замену кого-то. Вам нужно сейчас просто жить для себя и подумать о том, что вы сделали такого, что девушка от вас ушла. Что вы сделали не так? Вот она говорила, основная претензия к вам — это то, что вы бескостный, что она чувствует себя с вами мужчиной. Почему она так сказала? Что ее сподвигло так сказать? Вот давайте об этом вместе с вами подумаем. И эти изменения, которые вам девушка обрисовала, заметьте, она вам их только обрисовала. Ваше право прислушиваться к ней или не прислушиваться к ней, меняться для нее или не меняться для нее, это вы уже сами для себя решите. Но вне зависимости от того, что вы примете, вам нужно сделать вывод, потому что если вы будете совершенно таким же, да, то есть если вы не будете меняться, то я думаю, совершенно очевидно, что у вас не будут получаться отношения. Ведь проблема-то заключается в том, что вашим девушкам, которые с вами, что-то не нравится. Не нравится им что-то в вас. Может быть, вы что-то делаете не так. И если вы говорите, что это уже не первый раз, то нужно анализировать, что именно не первый раз. Нужно анализировать, что именно вы делаете не так. И искать те, я бы сказал, триггеры, негативные триггеры, которые определяют негативный расклад ваших отношений. И когда будет понятно, что вы делаете не так, можно будет и исправить вашу ситуацию, сделать соответствующие выводы. И вот тогда, когда вы начнете меняться не ради девушки, а для себя, она увидит эти ваши мнения, и если любит вас, к вам вернется. Кроме того, даже если она вернется к вам сейчас, попробуйте спросить себя, а готовы ли вы принять ее? Будете ли вы ей доверять, если она вам, например, лгала? Если вы будете с ней, то сможете ли вы забыть все, что было? Если вы будете с ней, то как вы думаете, не наступите ли вы на те же грабли, что и наступили сейчас? И, судя по всему, наступили не в первый раз. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.